Я сегодня ненадолго выйду в прямой эфир, вернее, уже вышел, для того, чтобы поделиться с вами некоторыми откровениями от Господа и сделать новую рубрику. Пожалуй, будет такая рубрика, которая называется «Символика Библии», в которой я буду объяснять по Божьей милости символы, библейские символы, чтобы они были понятны. Потому что многие люди читают Библию, не учитывая того, что в Библии много намешано, много различных жанров. Поэзия, проза, хроники, много образного, метафорического текста. И люди, не понимающие специфики литературной, они все принимают за чистую монету. Вот сказано там, око за око, зуб за зуб. Они так и понимают, что выбили тебе око, значит, ты должен в ответ выбить око. И они не видят в этом символа, метафоры, не видят принципа соразмерности воздаяния и преступления и наказания. Вот. У Иисуса очень много символики в его речах, которые нужно воспринимать именно как символ. Ну, например, у тебя если тебя рука влечет к тому, чтобы согрешить, отруби ее. Если глаз твой ведет тебя к тому, чтобы ты согрешил, выколи его, вырви глаз себе. Да? Вот это же символика, это образная речь, это фигура речи, как бы мы сейчас сказали. Да? А некоторые люди воспринимают это прямо и не понимают. К сожалению, много таких людей. Вот отсюда родилась эта рубрика «Библейская символика», где я попытаюсь с Божьей помощью объяснять библейские символы. Сегодня темой этой рубрики является завеса плоти. Так называется наша тема сегодняшняя. Значит, я буду очень короток, потому что вот эта рубрика не рассчитана на долгие прославления, долгие объяснения, долгие учения. Только самая суть. Значит, откуда вообще взялось слово завеса? Завеса. Завеса была в храме. Вот в еврейском храме, в первом Иерусалимском храме, во втором Иерусалимском храме, который состоял из трех частей. Из святое святых, из святилища и внешнего двора. Внешний двор был открыт для всех, святилище было открыто только для верующих. Во внешнем дворе в Иерусалим могли приходить язычники, то есть неверующие в единого Бога. Это было для всех. В святилище входили для принесения жертв Господу, освящения. То есть это верующие, которые целенаправленно приходили в храм для принесения жертв за грехи. Во святилище приносились жертвы. И святая святых, самая главная часть, самая маленькая, самая главная часть храма, называлась святое святых. Туда имел право входить только лишь один человек, первосвященник, и то раз в год. И причем, если он входил туда, то ему к ноге привязывали веревку. Для чего?
для того, чтобы, если он там умрет, его могли вытащить за веревку, не входя во святой святых, потому что запрещено. А почему он должен был там умереть? Он не должен был там умереть, но его мог наказать Бог. Потому что место святое не терпит греха. Если был какой-то у него нерешенный с Богом вопрос, грех, если Бог посчитал бы его грешником, то Бог бы его убил. И в этом связь, в этом проявляется святость Бога. Святость Бога. Первосвященник, заходивший раз в год, если был во грехе, он возвращался мертвым. Его вытаскивали за веревку, привязанную к его ноге. Когда пришел Иисус Христос, он отдал свою жизнь ради искупления наших грехов. Он стал жертвой. И своей плотью показал, что такое, какое символическое значение имела вот эта завеса в храме. Завеса в храме фактически это была плоть Христа. И вот апостол Павел так и пишет. Послание к евреям, 10 глава, 19-20 стихи. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. То есть на кресте Иисус был убит, распят, пригвожден ко Христу. И вот в этот момент, пишет Библия, когда Он был убит на Голгофе, то в храме Иерусалимском разорвалась завеса. Завеса, отделяющая святилище, место, где приносились жертвы Богу, от святого святых. И тем самым Бог проложил нам, верующим в Его кровь, во Христа, Бог проложил нам дорогу к Отцу, престолу Отца. Мы можем непосредственно, веруя, входить во святилище. И Бог не покарает нас, если мы будем очищены Его кровью, кровью Христа. То есть Бог очищает всякого, кто приближается к Нему, верующего во Христа. Вот такова доктринальная основа. Теперь я вам покажу, как это работает на уровне нас с вами, на человеческом уровне обычно. Апостол говорит нам о том, что когда мы принимаем причастие плоти и крови Иисуса Христа, что является символом тоже, символикой, фактически символом Духа Святого, то многие из нас болеют и умирают, если принимают это причастие недолжным образом, не рассуждая о теле Господнем или пребывая в серьезных грехах и попирая таким образом святыню, потому что это святыня, это великая святыня. Святое святых не допускается ничего нечистого. Вот если человек, как мы ходим в святое святых, уверовавши, реально это происходит таким образом, что человек сосредотачивает свое внимание на Боге. Понимаете, человек тоже устроен по принципу храма. Как и храм, собственно, человек и есть храм для Всевышнего, по замыслу Божьему. Как и храм, человек состоит из трех частей. Внешнего двора, то есть нашего тела, которое мы видим, внешне, нашей души,
которое предназначено Богом освящаться, это есть святилище, и нашего духа, это есть святое святых. Так вот, для того, чтобы человек вошел в дух, во святое святых, он должен преодолеть эту завесу, которая является плотью. Преодолеть завесу плоти. Войти в дух. Вот почему многие служения в общинах, церквях начинаются с прославления, с молитвы. Вот почему я свои эфиры начинаю с прославления, с молитвы. Потому что, как правило, в своей обычной жизни человек, он не живет в духе, он живет во плоти, в теле, двигаемый желаниями плоти, либо в душе, в каких-то своих умом, чувствами. Душа – это ум, чувства, эмоции. Но для того, чтобы войти в дух, ему нужно преодолеть это, преодолеть желание плоти, преодолеть ум, преодолеть чувства, разорвать завесу плоти, то есть освободиться из плоти, выйти из себя, выйти за стан, как пишет апостол Павел, выйти ко Христу за стан, выйти к Богу за пределы своей плоти, за пределы своей души, войти в дух. И вот тогда, когда человек входит в дух, он попадает и соединяется с Духом Святым, с Богом, потому что соединение с Богом происходит в Духе человека, через Дух человека, потому что и Бог сам есть Дух. И когда человек соединяется с Духом Святым, он попадает в поток. Он попадает в поток, духовный поток. И он может плыть в этом потоке туда, куда повлекет его Господь. И вы знаете, как-то еще в начале, 30 лет тому назад, в начале своего уверования, я прочитал в Библии о том, что ангелы Господни пред престолом благодати поют осанну Богу 24 часа в сутки. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. И вообще там вечность. Я задал себе вопрос, как может человек хвалить Бога 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на протяжении вечности. Как? Потому что я не понимал этого принципа разрыва плоти. Но ведь вы же можете, общаясь с каким-то интересным собеседником, говорить часами с ним. Почему? Потому что вы выходите, когда человек смотрит интересный фильм, когда человек разговаривает с интересным собеседником, захватывающим, или является участником каких-то событий, которые отвлекают, полностью поглощают его внимание. Человек же может забыть о себе. И может твориться в этом 2, 3, 4 часа, 5 часов с неослабевающим интересом. Так вот, самый главный враг человека – это он сам. Это его плоть. Это его тело, это его душа. Самый большой враг для духовного человека. Почему? Потому что тело и душа мешают человеку войти за завесу плоти, проникнуть в святое святых, влиться в постоянный поток Святого Духа. Но как только вы это совершаете с помощью молитв, песнопений, как только вы чувствуете, дух человека чувствует, что он уже не один, что пришел Дух Святой, что он попал в поток, все. Вы в этом потоке можете двигаться сколь угодно долгое время. Если вы двигаетесь в этом потоке вечность, значит, вы будете вечно сосредоточены на Боге. И Бог вас не утомит, и будет всегда интересно. Но человек просто... Преграда в том, что человек сам эгоистичен. Именно потому, что он сосредоточен на себе самом любимом, на своей плоти. Вот для меня это было самым большим преткновением на пути к Богу, в общении с Богом.
И поэтому Библия, понимая это, Бог в Библии говорит, что верующий человек должен умереть уже в этой жизни, умереть для жизни, для себя, чтобы жить для Бога. Взять свой крест, следовать за ним. И как один за всех умер, пишет апостол, так и все умерли для одного. То есть взойти, духовно взойти на крест. Духовно. Первые мученики восходили на кресты физически. Сейчас верующий восходит, как правило, духовно. Бывает, что и физически, но правило. Что такое духовно взойти на крест? Это значит победить свой эгоизм, перестать думать о себе, перестать вариться в своих мыслях, в своих чувствах, перестать быть центром своего внимания, выйти из себя, себя почитать умершим для этого мира, для греха, а живым для Бога. То есть все свое внимание сосредотачивать на Боге. Ты живешь для Бога, ты говоришь для Бога, ты поешь для Бога. И тогда человек перестает красоваться перед другими. Дела плоти исчезают. Он смотрит на Бога. Он духовным взором может видеть Бога или слышать Его слова. Когда он полностью сосредоточен на Боге, когда он преодолел завесу плоти, когда он умер для себя, для жизни для себя. Вот можно так называть это вот такими словами. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Попытаюсь сейчас практически войти в дух. Но это могут только те люди, которые не верят в рогатого демона, как пишет один товарищ. И кто не настроен гореть в аду. Конечно, нужно иметь возрожденный дух, то есть быть рожденным свыше, то есть уверовать в Божьего Сына. И нужно искать общение с Ним. И входить в дух. И тогда, когда происходит это вхождение в дух, человек уже не концентрируется на самом себе, он размыкает оковы своего эгоизма, своего эго. Он начинает думать о Боге, и тогда он входит в дух. Прославлять Бога в духе и в истине, так, как требует того сам Бог. Только выходя за завесу своей плоти. Вот, а в противном случае, если этого не произойдет, человек несет отсебятину. Эта отсебятина может быть очень культурной, очень красивой. Эта отсебятина может быть обличена в формы религиозные или философские. Но это продукт ума, это не продукт духа. Вот продукт Духа Божьего – это то, что Бог говорит здесь и сейчас. Через этот поток, когда человек подключен к этому потоку, когда он преодолел завесу плоти. Время. Да благословит вас Господь. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч.